Уполномоченный барона Врангеля, штабс-капитан Чечен. Актер Владимир Самойлов, звезда знаменитого фильма «Свадьба в Малиновке». В творческом багаже народного артиста Советского Союза работы более чем в сотни фильмов и сериалов. Но и сама жизнь этого человека заслуживает того, чтобы о ней сняли фильм. Владимир Самойлов родился в 1924 году в семье моряка дальнего плавания. По одним данным, это произошло в Одессе, по другим – в небольшом селе Одесской области, откуда родом была его мать. Так или иначе, детство мальчика прошло в самом романтичном городе Советского Союза. Здесь он в 1941 году окончил школу и отсюда отправился защищать родину. На фронтах Великой Отечественной войны молодой солдат получил тяжелое ранение, которое оставило пожизненную хромоту, но не отвратило его от детской мечты – играть на сцене. После демобилизации Владимир Самойлов поступил в Одесское театральное училище. 3 года упорной учебы, и вот он уже актер ведущих одесских театров. А с 1968 года, после блестящего исполнения роли шекспировского Ричарда III, Самойлов перебирается в столицу. В кино актер дебютировал еще студентом. Ему доверили несколько слов в эпизоде фильма «Миклуха Маклай». А в 1960 году Самойлов сыграл свою первую главную роль в драме «И снова утро». Так началась его карьера в кинематографе. В большинстве фильмов Владимир Самойлов создавал образы сильных, волевых героев. Актер всегда подчеркивал незаурядность своих персонажей, а в их поступках раскрывал человеческую индивидуальность. Владимир Самойлов играл как положительных героев, так и антагонистов, талантливо перевоплощаясь в преступников и других темных личностей. А еще он снимался в исторических фильмах, где прекрасно передавал особенности психологии людей, живших в другие эпохи. Несмотря на свою хромоту, Владимир Самойлов был по-мужски привлекателен. Актерское мастерство придавало ему дополнительное обаяние, и по нему вздыхали многие женщины. Но он любил только одну единственную, свою Наденьку, ту самую, с которой прожил в счастливом браке более 50 лет. Они познакомились за кулисами Кемеровского драмтеатра, где одно время работал Самойлов. Как и Владимир Яковлевич, его избранница была актрисой. Более подробные обстоятельства их знакомства остаются неизвестными общественности. Однако известно, что друзья и родные называли Надежду Самойлову ангелом-хранителем своего супруга. После переезда в Москву она больше не могла похвастаться успехами в карьере. Бывшая ведущая актриса Горьковского театра драмы теперь сидела на второстепенных ролях. Но Владимир Яковлевич не услышал от своей любимой ни одного упрека в том, что вырвал ее из родного коллектива. В 1952 году в семье родился сын Александр. После окончания школы юноша пошел по стопам родителей и поступил в ГИТИС. Александр Самойлов работал во многих московских театрах, много снимается в кино. Его жена Ирина тоже артистка. У Самойловых 6 детей и 2 внуков. Старшего назвали в честь дедушки Владимиром, и он вместе с отцом также снимался в телесериалах. В отличие от многих других актеров, Владимир Самойлов активно снимался даже в трудные 90-е годы. Параллельно он продолжал работать в театре. Умер актер 8 сентября 1999 года. Смерть наступила прямо на сцене, во время репетиции «Короля Лира». Сердце не выдержало постоянных перегрузок. Оставшись без любимого, Надежда Федоровна утратила волю к жизни и угасла на глазах. Ее не стало в том же году. Они похоронены рядом, на Ваганьковском кладбище. С памятника смотрят их фотографии в молодости. Красивые лица, вечно влюбленных, вновь соединившихся в вечности. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного!